вторая по высоте башня в мире, открыла свои двери для журналистов. Они посетили Токийскую Sky-3 в преддверии ее торжественного открытия, намеченного на 22 мая. Верхняя смотровая площадка находится на высоте 450 метров. Отсюда открываются завораживающие виды на столицу. Полная высота строения – 634 метра. Превосходит ее только небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Он возвышается на 829 метров. Токийская Sky-3 также стала самой высокой телевышкой в мире, обогнав телебашню в китайском Гуанчжоу высотой 600 метров. Власти Токио надеются, что она поможет восстановить туризм после прошлогодних землетрясений и цунами. Многие люди, включая иностранцев, уехали из-за землетрясения. Туризм в целом находится в упадке. Мы надеемся, что Sky-3 поможет вернуть людей. Строительные работы шли около 4 лет и были завершены в конце февраля этого года. На возведение башни и прилегающего торгового комплекса было потрачено 800 миллионов долларов. Местные жители тоже ждут возможности побывать на самой высокой в Токио смотровой площадке. Как только все успокоится, я поднимусь наверх, чтобы посмотреть, где конкретно находится мой дом. Как местный житель, я рад, что она есть. Вторая по высоте в мире напротив моего дома, конечно, я этому рад. Ожидается, что в течение года после официального открытия башню посетит более 5 миллионов человек, а весь комплекс, включая торговый центр, около 30 миллионов.